мы забываем то, чем гордились еще вчера. Мы восторгаемся тем, чего вчера не замечали, и недоумеваем, как могли пройти мимо. Многое из того, что представляется значимым сегодня, через годы оказывается безнадежно забытым. А то, что не вызывает интереса современников, становится для потомков поводом для восторга и поклонения. Так устроен человек, так устроен мир. Чтобы полюбоваться творениями великих мастеров прошлого, мы преодолеваем громадные расстояния и не замечаем святыни, которые находятся по соседству. Иди и смотри. Смотри и увидишь. Усолье. 4 века российской истории.